И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Прибежали эти мстить. Прям с самого утра. Вон, кстати, Скарвик появился. Если что, мы им тоже отомстим. Отомстим за то, что они пришли мстить. Блин, что мне гараж опять открыт? Я же вроде закрывал. А, не. Закрытый. Ух, как хорошо. Блин, у меня ни одной стрелы нету. А я их так и не сделал. Это что такое, стрела, что ли, промелькнула, да? Смотри, он еще и не попал. Обычно попадает. Чик. Говоришь, пули закончились, а у меня стрелы, блин. Так, я еще что я еще не сделал в игре. По-моему, все сделал. Ну, кроме дивана, конечно. Дивана у меня нету. Для кошачьих веревки. Кресла тоже нет. На террасе будет стоять, но я еще террасу не сделал, так что. И вот большой ящик я еще не делал. Нужен ли он мне? Вопрос хороший. Че, там убежали, не? А, убегают. Интересно, его волк не сожрет там по дороге? Вон, знаешь, ты ж... Вот уже... Сыкливое существо. Этот разработчик хитро сделал так. О, сумка лежит. Что волки, блин, разбегаются от них. Ну, не только волки, медведи, вообще все животные. В редких исключениях они на них нападают, потому что они прям резко сильно сокращают расстояние. Но когда он так вот именно бежит, у них есть много времени отойти. В общем, не знаю, как это работает, но, в общем, на них особо не нападают, скажем так. Эй! Пошли, что ли? Гав-гав. Я вас от сумочки отведу, хотя бы тут ее, конечно, не мешали мне ее забрать, но... Да ладно, мне мясо надо. В основном не мясо, а жир. Биотопливо. Делать. Что там, бегут? Бегут. Ну и поплыли, поплыли, давайте, я тут вас жду. Если будет такой длинный забор, то они будут плыть аж фиг знает до куда. Ко, убери своего. Да ну. Ага. Немножко мяса. Кожи у него не было. Да и жира особо много не было. Вообще прям какой-то... Какой-то худосочный, блин. Так, вот тебе жир. Это сюда. Это на варенье пойдет, потому что... А почему так не сложится 38 что-то? Ладно, пускай так будет. О, есть. Так, руки надо помыть, у нас там по еде. Нормально все. Водичка есть, это есть. Стрел нету. Пошли нарубим. Ура. А, кстати, ящик, точно. Точняк. Ящик-то я забыл. О, еще одна появилась, давай. Пригодится. Потому что летом их взять негде будет или весной. Шиповник только зимой. К сожалению. И выращивать его нельзя. И ягоды выращивать нельзя, блин, серьезно, почему так? Это он, короче, специально так делает, чтобы, типа, из дома выходили, чтобы не сидели все время на базе. Ну, типа, создать себе условия, там, выращивать еду, там, и все такое прочее. Олежка. Умчался. Кстати, очень часто олени стали приходить. Летом их нету. Только зимой приходят. Хотя я, может быть, не обращал внимания, не помню уже.
пойдет. О, еще скраб обязательно берем. Так, ну и дерево, дерево, ты уже про дерево забыл. Блин, руки не помыл. У нас еще есть время. В принципе-то. Сейчас пробежимся по деревьям. Ну что там? Ага. По вот этим вот. Может, тут еще и металл где-то будет. Ну и сразу же ветки делаем. Так. Это мне. Металла вроде не видно. Никакого. Никакой руды нету. Так, веточки. О, блин, ты откуда взял, сутулый? Придется тебя обходить. Че это? А, я думал. Думал, чтоб металл из этой тары торчит. Но нет. Это просто тень. Хочешь там стоять, стой там. Это там поросенок, да? Восемнадцать штук, неплохо. Так, я вот что думаю. Надо как-то перебраться через забор вместе с квадриком. Поскольку нельзя передвинуть саму платформу уже после того, как установил ее. Это такой, по такому же принципу, как и этот, как его. Боевую команду. Раз поставил и все. Хотя, пока мотоцикл не начал делать квадроцикл, то есть еще можно передвинуть. А вот как уже начал запчасти собирать, все. Он уже прирастает намертво. Убрать его нельзя. По крайней мере, я, мне не получилось. Вот, надо достроиться. Через забор большой мост делать. Высокий и большой, надо найти какое-то место. Надо, естественно, какую-то преграду взять, которая повыше. Желательно какую-то низину найти. Там, где забор проходит. Еще бы рядом возвышенность была. Ну, чтобы еще туда, конечно, на квадрике можно было заехать. Много-много проблем. И как такое место еще найти? Сколько? Ой, да мне, я думаю, хватит этих. А вон какой-то металл есть. Что это у нас? Калийная руда. Это ерунда. Блин, сейчас доиграешь, а руки еще на это вот. Второй день уже. Хорошая погода, удивительно. То есть, ты хочешь сказать, что здесь вообще ничего нет? Прям вообще-вообще? Этот недавно пропало. Вот это вот непруха. Сходим, посмотрим вдоль забора. Может, где-то недалеко такое место есть? Потому что там ничего такого нет. Я не помню, чтобы было что-то. Возле забора ничего не, нет таких возвышенностей высоких. Да, по-моему, тут тоже нигде нет. Ну, раз проходим мимо дерева, не проходи мимо. Блин, ничего с собой нету, чтобы руки помыть. Компотом руки помыть нельзя. Снегом тоже, к сожалению. Могу флягу еще одну сделать. Ну и что это тебе даст? А ничего, снег могу только набрать. Фляга летом растает, а вот зимой нет. Так, цинк. Цинка у меня тоже не так много, поэтому возьму. Сутулый. На-на-на-на-на, иди отсюда. Ну что такое, запрыгнуть не можешь. Так, ничего тут нет. Вот там вот есть возвышенность. О, кстати, возвышенность можно по-другому использовать. Во, пожалуйста. Вот здесь вот. Уже как минимум на целую секцию или на целый этаж можно выиграть. Тут, конечно, нет. Да, но если он строится вон в ту сторону, под углом,
Блин, далеко сильно будет. Так плохо, я так плохо. Картошка. Давай заберу. Мороженую картошку. Отмороженную. Семечка пойдет. Из этой семечки будет аж 3 картошки. Когда она вырастет. Ну и 2, то есть. Хотя, блин, садишь одну картошку, забираешь оттуда при хорошем урожае пол ведра картошки или ведро. А в Канаде только одну из нее делаешь семечку, а вторую в плюс у тебя идет. Зашибись. Да. Короче, как-то тут не очень, чтобы очень. Возможно, где-то есть на карте такие прям высокие места, а забор, чтобы низко был. Что-то я как-то никогда не обращал внимания. Блин. Ну вот тут вот прям реально, вот если в эту сторону строится под углом. Нет, это слишком далеко. Нет. Очень много ресурсов потратится. Очень. Блин, надо было квадроцикл. Я просто не думал, что так далеко уйду. Так, а что тут? Так, надо бежать обратно, то я точно руки себе заражусь, то есть. Не помыл руки и побежал. Нет, блин, такого ничего нет. Сумка, давай. С патронами. Блин, сейчас все пропадет. Ну, ладно. Что пропадет, то пропадет. Так, во, камушки есть. Но опять же, камушек на камушек надо заезжать. Ну, лестницу, потом еще лестницу. Кстати, надо будет проверить, как он на вообще по лестницам ездит. И ездит ли он вообще по лестницам квадроцикл. А, вообще-то ездит, я же пробовал уже. Ой, как ярко. Ну, не знаю. Вот это я не знаю. Возле горы там слишком далеко. Надо, чтобы поближе было. Значит, буду возле дома тогда строиться. Пошли обратно. Ну, возле дома будем строиться. Чтобы далеко ей надо было ездить. Хочется погонять на той стороне, взять с собой. Пожрать. А у меня батончиков полно. И воду. Ведь с витаминами проблем нету. Там хищников нет. Там главное просто, чтобы не завернуться. Прыгнуть нам квадрики за пределы карты. Сохраниться, конечно, прежде, чем это делать. Проверить все это дело. А почему бы, собственно говоря, и нет? Так. Далековато я отбежал. Сейчас тогда на гору Шахтер еще зайдем. Все равно там проходим. Перышко. Гвоздей нет, гвоздей нет. Так, что это у нас там за плюшка? О, это как раз железо. 2 штуки дали, отлично. Да, конечно, все-таки хотелось бы, чтобы была бы высокая горка возле забора, а в низине был бы забор. Чтобы сэкономить хотя бы один этаж. Ну, такого, блин, места еще поискать надо, такое место. Тогда ладно. Будем возле себя строиться. Где-то там. Кто это там, волк? Кто там все еще бежит за мной? Бежит. Так, гору Шахтер не пропускаем. Да ну хорош там. Один настал, другой забубнил. Да ладно, аж прям 2 сумки. Все, передумали тебя, отлично. О, вот и стрела, пожалуйста. Одна, но все равно стрела. Блин, сейчас точно заражусь. Ладно, что есть, то есть. О, что-то появилось. Калика. Медяху можно взять. Хотя, подожди, у меня там меди, блин, целый стак, уже даже больше.
Ладно, уже начал бить, так уже добью до конца. Мне больше металл нужен, это, блин, медь. А мне надо железо. Цыпа-цыпа. О, еще ящик. Может, еще и гвозди? А, это не тот ящик. Зашибись. Идеальный лут просто таки. Так, это дерево я обгрызал или нет? Да. Все, пошли мыть руки. Вон еще ящик есть. Точнее говоря, сумка. Ну-ка, что там внутри? Хлам. Просто хлам. Так, еще сумочку принесли. Так, сначала руки помойте. А то будет тупо прямо возле этого не помыть руки и заразиться. Так, давай. Успел. Потом попьем, сначала сумку заберем. О, еще одна стрела, еще одна. Еще один цельный патрон. Поросенок. Если можно было поросят разводить, но с ней бы жира должно было быть намного больше. Чисто ради жира их бы разводить. Но, блин. В игре еще много чего нет. Что хотелось бы, но его нет. Так, ладно, значит, с этим разобрались более-менее. Так, это сюда. Зашибись, там все попортил. Ладно, попортил так попортил. Не-не-не, это я... Это я в холодильник ложить не буду. Потому что сразу испортишь, блин, целый стак. А то же сделал, блин, как-то не через... по-канадски сделал. Так, ну все, веточки есть. Гвоздики есть, давай, стрелы. Перья не проблема. Че, да? Веточки кончились. Вот на тебя металл. Плавь. Да, вот целый стак надо ставить, пускай плавится, потому что ну куда это годится. Ну или вот цинк поставить, его меньше всего. В принципе, довольно-таки быстро переплавится. Так, о, можно, я так думаю, что уже можно все скинуть переработчик. Уже набралось до 100. Во, на тебе еще. 129, неплохо. Могло быть, конечно, и лучше, но и на этом спасибо. Так, цинк. И еще медь. Картошка. Семечка. Ну, тут лежи. Так, все, пока. Ну, закрути. Так, это здесь, здесь и вот здесь. О, замечательно. Ну давай, давай, готовься уже. Замечательно. Потом поедим. А вот помидорку можно сразу все кинуть. Так, значит, где бы вот... Опять лось. А ты от кого убегаешь, лось? От свиньи, что ли? Блин, он опять испугается. Опять он испугается, лосятина это. А, подожди, куда пошел? Куда, говорю, пошел? Дай-ка мне вот это. И патрончики зажигательные. Кстати, надо патрончики уже подумать. Уже не так много их осталось. Где этот? Вон он. По-моему, уже убежал. Что-то... А, нет. Тихо, тихо, тихо. Да, блин, как в голову не попал-то?
Ладно. Может, догоришь? Ладно, добьем луком. Потому что вряд ли догорит. Мало. Мало энергии у него собирается. Да, не догорает, не успевает. Сломалась. Да блин. Да жопой там елозишь своей. О. Тут можно аккуратненько сойти. Даже не повредиться. Ну-ка. Пойдешь на превьюшку, может? Прилег носом пятаком воткнулся в этот. В скалу. Так, а лук вот-вот рассыпется, надо его ремонтить. Блин, только руки помыл, а? Снова здорово. О, поросенок, я сейчас поросенка туда пригласим к себе. Раз уже руки грязные, так, давай доску сделай. Где ты? А, вон. Серьезно? Я перебросил. Да, блин, не вовремя. А кто это мстить пришел? Где стрела-то? Могла, конечно, сломаться. Поросенок, пока не вовремя все происходит. Это с тех баз, наверное, пришли. Хотя странно, много дней прошло. Что, не по два раза, что ли, начали приходить? Да не может быть такого. Не знаю, где стрела делась. Да и фиг с ней. Где-то там. Не рано еще. Хотя, что рано, там с другой стороны можно. Обижали. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Может, меня не тронут? Тебя дробовиками шмалит. На тебе. По пятаку своему наглому. Ох, как ж подкинула его. Так, жирок. И закрой. А ты как пульнул сейчас в спину мне. Так, жир. Это заберем. Блин, опять надо брать. Делаем. Хорошая еда. Вот и отлично. Так, еще и даже печень осталась. И поросятина. Вот, отлично. Опять сухожилия снова, в смысле. Замечательно. Во. Ну что, там долго будете стрелять? Так, ладно, пускай стреляют. Надо от этого подумать, где еще положить фундамент. Один. Так, веревки. Ну, закрывай. Курица, ты уже скоро яйцо снесешь? А, ты уже? Давай. Ну да, наш третьим уровнем уже дает яйцо. Генератор выключился. Второй выключился. На тебе. Не бубни. Так, давай. Делать платформу. Наверное, с платформы начнем или с лестницы. Наверное, с пару лестниц начнем. Я уже не посмотрю, куда они убежали. Ну ладно. Вот так-то лучше. А с них набрал? Нет. А почему? Сразу снег набирай. Так, ну тут вот самое-самое где. Может быть, с камня. Блин, я боюсь на камень заезжать на квадроцикле. Чтобы не повредить его. Небольшое ускорение, он бьется и ломается. Ну как это? Как-то так странно.
плюс еще расстояние надо. Блин, тут прям не очень хорошо. Скажем так, надо и расстояние иметь большое, чтобы иметь возможность под углом идти. То есть это нужно далеко где-то ставить. А тут места хорошего нет. Блин, ровного. С той стороны тоже не очень ровно. Вот там, если в ту сторону идти. Блин, ну. Остается только где-то здесь. Придется прям ниже начинать. Ниже уровня. Тут квадрик, интересно, заедет или нет. Ну, вот так вот будем делать. Угол, конечно, у них не очень, скажем так, большой. Ох ты, ё-моё. Тут вообще не заедешь. Нигде, причем. Ну ты выберешь ее сегодня или нет? А, вот, если сделать одну лестницу, так давай еще делать штуки 3, 4. Может дешевле брать? Не, нет, ты слишком узко навернешься. Все, да, гвозди кончились. Ну ладно, гвозди. У нас гвоздей дофига. Сейчас возьму квадрик, поставим. В смысле, попробуем заехать. Если нет, попробую еще одну лестницу воткнуть. И пробовать перебираться через забор. Возможно, там, блин, как-то придется даже, может, еще и перестраивать. Потому что, смотрю, угол какой-то вообще прям никакой. Угол прям реально никакой. Значит, надо делать не так. Платформа. Лестница, платформа, лестница. Может быть, как-то так. Не, нормально, заезжает. Угу. Причем без проблем даже заезжает, я бы сказал. Ой. Да подожди, ты, я багажник хотел заглянуть. Ага, все-таки тут осталось одно барахло. Так, если еще одну поставить, это еще хуже будет. О, медь. Не, медь я уже брать не буду, у меня реально ее много. А, так, все-таки что-то тут не то. Это прям, я упрусь в забор уже прям скоро, а перебраться надо намного выше. Плохое место, но уже поздно. Я уже столько наставил этих. Единственное, что можно разбирать и переносить их. Еще дальше. С той горы, что ли, начинать? А, возможно. Еще один дадите? Блин, я даже не доберусь до этого. До забора не доберусь. Черт побери! А может, можно... Не, перепрыгнуть не получится. Хотя, кто нам запретит прыгнуть туда? Разогнаться и прыгнуть. Ну, только надо сохраниться, конечно, перед этим делом. Потому что я его разобью и сам разобьюсь. А мне этого не хочется. Так, ну давай. Я даже фар включу. Сохраниться, все, погнали. Ага. Тут хрен разгонишься. Не-а. Не вариант. Вообще ни разу. В горку он вообще не разгоняется с такой скоростью. Фары потуши. Ладно. Не получилось. Не проканало. Если... Медь и вот ящик. Дай мне 3 гвоздя. Так, еще одну нужно ступеньку сделать. Во, отлично.
Блин, уже третий раз на эту медь смотрю. Нечего на нее смотреть. Так, а что мне лук надо для починки? Три сухожилия. Еще пришли? Была бы еще одна лестница. Может быть, можно было бы попробовать упасть просто носом. Может, я сейчас бегу еще и сделаю. Там никто не загорелся? Вроде нет. Земля горит. Зайдем через заднее крыльцо. Я слышал, стрела упала возле меня. Закрой. Что я хотел? Гвозди. Ой, дверь открыта. Закрой дверь, а. Да вы офигели. Только в этот квадрик не стреляйте. А сколько вас тут пришло, я не понял. Ой, промазал. Чего они там стояли, вон камушек стреляли себе, да и все. Нет, им надо сюда было прийти. Я до сих пор еще... О, ну что, где там запрыгнул, не знаю. Неважно. Что там по еде у нас? О, можно подъесть печеночку. Так, яичко сюда. Третье. Ягодки. Так, я хотел сделать еще одну ступеньку, да? Гвозди мне нужны. Давай еще несколько сделаем. О, поставь воду кипятиться. Тут уже потухло у нас, да? Конечно. Конечно, все потухло. Где третья фляга? А, вот. Перед носом. Так, это здесь поживет. О, кстати. Кстати, кстати. Ну, что ты там сделал? Сделал ступеньки, отлично. Поехали. Блин, свет выключи. Да хрена. Генератор работает? Работает. Молодой человек. А вы тут ничего не это, не забыли? Ну ты скотина, а? Стоял, стоял, блин, проснулся. Где он? А вон он. Ну только... Иди нафиг, вот что я тебе скажу. Падла, а? Ой, здоровье. Здоровье. А он тут трется, сидит. Блядь, где мое ружье? Ты куда побежал, слышь ты, тюлень? Козел, красавчик. Тоже дал мне два патрона. Я там что-то делал. Так, выключу фонарик. А, да, есть, 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 есть. Надо съездить туда. Я там тихо блутал. Руки у меня чистые, вроде чистые. Да, их уже нету. Ой, тихо. Там не горит, отлично. Я такой прохожу, краем глаза заметил, штрих стоит возле забора.
Да, блин, когда вот ружья в руках нету, это плохо. Тихо. Еще навернись мне тут. Так, еще одна просится. Ну да, то есть меня не пропустят, а на квадрике попробуем. Я думаю, квадрик тоже не пустит, но мало ли. Посмотрим заодно, может быть, еще урон нам нанесется в невидимую стенку. Ну давай, садись что-то там. Ух ты, ешь твою мать. Тихо. Сохраняшка. И падаем. Ага. Да, то есть реально. То есть стенка именно физическая. То есть не только для меня, но и для квадрика. Оп. Ты и так умеешь, ну ладно. Прям по краешку. Так, ну ладно, на этом будем заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.